Так, Саша. Да. Саша. Встаньте хотя бы. Ну, идет-то встречает стоит встать. Всегда. Что же у вы так? У нас близко стоит стол. Все равно вставайте. Да, это какая-то... Это интересно. Отлично. Спасибо. Ну ничего. Давай, бери скорее. Саша, я снимаю вас. Женя. Давай, с Новым годом, товарищи! С Новым годом! Да. Ура! С Новым годом! Дядя Саша, чтобы было все удачно, успеха! Давайте, за меня, да, да, вот да. Догадались, молодцы, давай, что взяли давай. За меня. Давай! Так, ну взяли, давай. Молодцы! Да, да. Я снимаю, все. Ты же видишь. Ну заканчивай снимать. Да, не я снимаю, не надо. Ну все, пьем. Да. Все, с Новым годом. Все. А у меня еще 2 минуты осталось на таймере, не точные часы. Так что Новый год сейчас будет по моим часам. Вкуснее, чем импортные. Наша шампанское все-таки. Так, Саша, правильно? Ну, все ребята молодцы, хорошо. Елочка еще, елочка. Вон, Леня специально украшал ее. Елочка, елочка, выросла в лесу. Холодно зимой. Елочка. А потом, когда хоровод начнем водить, Леня мы оденем Деда Мороза, а теперь они будут Снегурочкой у нас. Ага, тоже Снегурочка. Следит за этим делом. Да не хочу, да. Ого. Такая сейчас. Не нервируй меня. Не мули. Начали. Леня, спокойно. О, вот и все. Ты цел? Ну что, так? Как Леня? Ничего. Леня, нормально? Флагой в руках, все нормально. Почему? Сегодня праздник. Кто Ивана спокойно, как ни странно. Она кажется счастлива, что все закончилось хорошо все-таки, а? Оглушила прямо даже. Как, вот так оглушила, не может быть. Капуха лопает так, без лифта. А красиво было, ребята, а? Thank you.
можете подниматься. Я кофту забыла положить. У меня сварила, я ее забыла. Ну, я уже даже устала, я уже сильно. Вот. Вот. Это все ваши, вот ваши все эти приготовления. Это кого я сейчас показываю? В рыбе, что это в рыбе такое? В рыбе рыба. А это яблок, что ли? Это яблок с нашего участка или не с нашего участка? Это все наш участок, ты же сам знаешь, мы же. А там вот что, лежит грибы, кажется, да? Нет, грибов нет. Нет? Где грибы? Нет, там морковка. А то в тебе огурцы. Бери, бери. Послушай, на ротане.